на эти показатели. Надо сказать, что для Ксении Задориной это несложная задача, понятно, попасть в тройку сильнейших. Ну, конечно, не очень хорошо, что под ногами мокрое покрытие. С другой стороны, все-таки это не техническая дисциплина. Вот в технических видах готовятся, например, выполнить квалификацию прыгуны в высоту. Вот им потяжелее. Смотрим на Ксению Задорину. Четвертая дорожка у Ксюши. Очень хорошая дорожка. Досталась российской спортсменке. Надо четко разложить свои силы по дистанции. Ну, они со своим тренером прекрасно знают, как это сделать. Ну, и вот будем наблюдать уже на выходе со второго виража. Уже будет абсолютно понятен расклад. Ведь не главное хорошо начать. Главное великолепно закончить. Ну, а закончить надо в тройке сильнейших, как я сказала. Дарья Приступа по восьмой дорожке бежит, но, по-моему, у нее не очень хорошо получается. У Элмер лучше. Вот совсем как бы они рядышком. Ксения Задорина и шведская бегунья. Тут все поддерживают всех. Мы, конечно, своих. Посмотрим, сколько по бегущей строке. 52.19. Очень прилично, учитывая, а, не очень хорошую погоду, а, б, что это всего лишь первый круг. Ксюша сделала все блестяще. Она посмотрела, что никто не угрожает ее лидирующей позиции, а стало быть, при